Так, вот это Австрия, подъезжаем, где-то недалеко мы уже от Видыня, какую-то большую реку переехали. Пробочки немножко, да, массивные. Города. Трафик очень напряженный. Очень много транспорта, фур. Видно, что страна работает. Дороги идеальны, да. Развязочка такая неплохая. Вон еще маленькая речушка и какой-то кораблик по ней плыл. Стройки, стройки. И стройки, и работа. Все движется, все работает. Да, круглое какое-то здание, да? Ну, так как... О, а МТС какой-то. МТС какой-то. Да. Можно выключить, я скажу. Да, разреши. Нет, не надо, мы снимаем. Пожалуйста, подождите секундочку. Хорошо. Вот. Обе. У вас две, пожалуйста. А с этой стороны? Это предместье все Вены получается, да? Сименса, да, предприятие. Дальше вон, видишь, кресты костела какого-то вдалеке. Опять очередная развязка. Какое-то интересное здание. Круглое такое, с трубами. А вот смотри, какая башня с этими. Интересно, что это такое. На трубе кольца какие-то. Туннели уже четвертый проезжаем, да? Погодка трохи дождливая, конечно, но все равно можно сделать представление. Кто считал? Ну, это Саша. Интересно рекламы. Ты
все-таки тулится как. Тулился. Тоже стоянки для велосипедов в Австрии, как в Чехии. Трамвайчики такие прикольные, длинные. Трамвайчик поехал. Тянулись поближе к светофору. Зелень попала. Ой, какое так большое это дерево. Старое, видимо. Опа, впереди. Очень интересно, что это старинное. Опа. Высота. Это совсем старый район. Красота яка. Впереди фонтаны, площадь. Ага, и памятник солдат. Так, ну мы вже з вами під'їжджаємо до точки призначення, такі трохи корки по дорозі були. Іра, ми свинів чоловік. От, вже хто не встиг розрахуватись, то вже розрахуємося з вами після Відня. Зараз в Відні ми приїжджаємо на площу Марії Терезії. У нас екскурсія буде. Тривалість десь буде до 12.30. 12.30 ми виїжджаємо на екскурсію Величний Відень. Хто на Величний Відень з нами вирушає? У всіх решта вільний час. І 14.30 ми будемо з вами покидати Відень. А скільки? 3 години. Кауфманхафт. Дом Кауфманхафт. Ну, видно, это уже центр хороший, да? Опа, диви, на лошаді якось, Бонапарт якийсь. Yeah.
Rent Group. Поехали. Смотри, трамвайчики, какие зибаются. Старенький, ты посмотри, у меня я скажу. Я с смотри, он над входом статуи какие. Красиво. Где вход статуи? Далеко ехать, потому что шумка. Тенистый. Тенистый такой. И летом хоть зелень есть немножко, да? По промышленной части ехали одни камни. Так смал нас. Чуть не обогнал. На лесопетах народ катается. Ну, мы где-то скоро уже останавливаемся и будем пешком ходить снимать. Трамваи, да, такие длинные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть вагонов. Маленькие вагончики. Да, ну маленькие вагончики, но много. Вот, смотри, какой там. Место. Красота. Вот тебе и Вена. Никогда я не был в Вене, в Австрии. Это первый раз. Трамвайчиков. Один за одним. Раз, два, три, четыре, пять, шесть вагончиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть вагончиков. Надо было мне сразу так удобно отсюда снимать. Оп. Видишь? То девчонки, а то перед этим пацаны в трусах стояли. На рекламе. Что они рекламировали, я не понял. Смотри, сразу метро, эскалатор сразу вниз. Не успели, он вниз сразу. Это подземный переход с эскалатором. Прикольно, да? Хорошо. Я таких, кстати, не видел, что подземный переход на эскалаторе, да? Для людей приятно. Смотрю, опять прокат электросамокатов. Хорошая такая улица, да? Здания такие. Да. Вон памятник, проехали, не успел отреагировать. На перекрестках заглядывать на другую улицу. Надо. Раз. А вон справа какая красота. Справа. Слышь, с колоннами какое-то здание. А вот тоже реконструируется впереди сейчас будет. Тоже со статуями впереди. Здание. Подсветка, видишь? Впереди. Тебе видно? Красота, да? Да. Архитектура бомба, да? И не одно, и не два, да, все, целыми районами. Смотри, следующее здание, смотри, какое красное. Сквозь деревья, видишь? О, королеве Елизавете какой-нибудь, да?
Ти диви. Ну, может, мы на экскурсии узнаем, кто это такая. Мне так она напоминает Екатерину якусь. Тесно так. Смотри, прям 20 сантиметров от меня светофор. Тяжело тут ходить. Вот, а ще раз нагадую, для тих, хто не йде на екскурсію «Величний Відень», ми з вами зустрічаємось тут о 14.30. Ну і відповідно, хто не проплачував за наушники, ну, але збирається оплатити, ви берете наушники. Якщо не збираєтесь оплачувати, тоді наушники не берете. Так, все, прибули, зараз будуть у нас екскурсії.